Уважаемый Виктор Анатольевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья, я очень рада возможности обсудить с вами проблему нашего с вами здоровья, соматического и психического. Пожалуйста, следующий слайд. Эта проблема начала изучаться сравнительно недавно. Будьте добры, следующий слайд. Да. Где-то в середине прошлого века. И систематические изучения этой проблемы с приведением статистики, которой можно доверять, они связаны с работой американского врача Уоллока под названием «Умершие доктора не лгут». В этой работе он впервые представил данные о том, что средняя продолжительность жизни врачей гораздо больше, будьте добры, следующий человек, чем средняя продолжительность жизни всего населения в целом. Это было впоследствии подтверждено в монографии трех авторов Алексея Флорионова-Дудина «Врачи-заложники смерти». Да, действительно, в Америке на 10-15 лет меньше живут доктора. И в соответствии с исследованиями, проведенными Локом, английский автор, среди врачей, в частности в Европе и в странах Америки, не только высокая заболеваемость, но и количество самоубийств, разводов и всяких разных проявлений социальных патологий. Пожалуйста, следующий слайд. Особенно большое количество публикаций посвящено злоупотреблению врачами, алкоголем, наркотиками, лекарственными препаратами, вообще разными формами зависимости. И все авторы сходятся в том, что наиболее опасной в этом плане группой риска являются хирурги, особенно кардиохирурги, которые начинают снимать стресс, алкоголь, естественно, это патоген, естественно, антидепрессант, но затем переходят к более жестким формам формирования зависимости, что достаточно плохо заканчивается. Пожалуйста, следующий слайд. А вот женщины склонны злоупотреблять лекарственными препаратами в странах Западной Европы. Вот, скажем, Германия приводит данные о том, что там злоупотребление анальгетиками приобретает стихийный, просто характер стихийного бедствия. А вообще врачи-женщины склонны злоупотреблять транквилизаторами, седативными, антидепрессантами. Пожалуйста, следующий слайд. Недавно сравнительно вышла монография американского врача Зильбера, профессор, который пишет, он изучал, это правда американские данные, статистику самоубийств, и при относительно невысоком уровне суицидов в Америке, меньше 20 в разных штатах, он приводит данные о том, что среди врачей общей практики эта цифра в среднем равна 33 на 100 тысяч населения. Причем самая высокая среди врачей, психиатров, психотерапевтов 58 человек на 100 тысяч населения. И приводит данные, которые вообще кажутся фантастическими. У врачей-мужчин, психотерапевтов наиболее высокие цифры, уровень суицидов 77 на 100 тысяч населения. Я не знаю, можно ли доверять этим данным, но можно найти эту работу, убедиться в правильности цитирования. Пожалуйста, следующий слайд. Есть данные и о высоком уровне психосоматических заболеваний, прежде всего заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца в двух клинических вариантах, стенокардия, инфаркт миокарда, которые в соответствии с интерпретациями современных исследователей являются последствиями хронического эмоционального стресса. Пожалуйста, следующий слайд. На сегодня есть статистика, Всемирная организация здравоохранения приводит данные о том, что в среднем по всему миру средняя продолжительность жизни врачей в общей практике составляет 54 года. И одно из первых мест подтверждает Всемирная организация здравоохранения. Врачи, которые находятся в группе риска, это психиатры, психотерапевты, больше половины из которых испытывают синдром эмоционального выгорания. Пожалуйста, следующий слайд. Пожалуйста, следующий. Про эмоциональное выгорание можно говорить очень долго, вы про это все хорошо знаете, многие даже лучше, чем я, поэтому просто сообщу, что в настоящее время эмоциональное выгорание наиболее часто рассматривается как соматическая расплата за хроническое эмоциональное напряжение, связанное с высокой ответственностью, в том числе юридической. Пожалуйста, следующий слайд. Вот.
Все эти данные тоже нам известны с вами. Много есть исследований, которые все приводят примерно один и тот же перечень симптомов. Ну, вот здесь два. Первый, второй, пожалуйста, следующий слайд. Где мы видим одни и те же признаки: усталость, утомление, истощение, нарушение сна в структуре астении, враждебное отношение к миру, к себе, к пациентам, которые становятся источниками потенциальной опасности, злоупотребление алкоголем, кофе, табаком, наркотиками, ну и так далее, все остальное, с чем мы с вами сталкиваемся. Пожалуйста, следующий слайд. Пожалуйста, следующий. В России, к сожалению, очень мало исследований, посвященных состоянию здоровья врачей. Тем не менее, некоторые данные все-таки существуют. Вот под руководством Онищенко были проведены исследования, которые показали, что показатель заболеваемости в здравоохранении у всех медицинских работников в 30 раз выше, чем в народном образовании, и в 33 раза выше, чем в торговле и общественном питании. Пожалуйста, следующий слайд. А кроме того, известны публикации, которые дают описание того, как ведет себя врач в ситуации заболевания, врач как больной. Мы знаем, что состояние здоровья врачей достоверно хуже, что они недооценивают первые признаки болезни, лечатся симптоматически, на ногах переносят заболевание, выходят на работу недолеченные. Пожалуйста, следующий слайд. У них чаще рецидивы заболевания. И врач обычно это всегда трудный пациент. Психологическая реакция на заболевание у него включает две фазы. Первая – анозогнозия, неосознавание симптомов болезни, связанное с психологической невозможностью занять позицию пациента. Пожалуйста, следующий слайд. Вторая фаза – этап панических реакций, на котором врач предполагает, он становится трудным больным, он полагает, что именно у него страшное неизлечимое заболевание, которое быстро приводит к летальному исходу, лекарства от которого нет. Пожалуйста, следующий слайд. И причина этого понятная, в отличие от наивных пациентов, которые полагают, что от любой болезни есть лекарство, что любая психологическая и психиатрическая проблема может быть решена. Врач лишён этих счастливых иллюзий, он понимает ограниченные возможности современной медицины и знает, что есть отношения, которые не могут существовать, есть ситуации нереальные в жизни. Вообще профессионализм не только в том заключается, чтобы понимать свои возможности, но и в том, чтобы понимать свои ограничения. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, ну, вопросы, которые мы задаем себе, могут ли коллеги-психотерапевты помогать? Я пыталась, я обнаружила, пришла к очень интересному выводу. Они не могут принять меня в качестве пациентки. То есть они хотели бы, но они не могут принять меня в качестве пациентки. В лучшем случае предлагается закодировать меня от курения или попринимать какие-нибудь антидепрессанты. Но это все. Пожалуйста, следующий слайд. Вот. Ну, если с психологической точки зрения проанализировать более подробно ту ситуацию, в которой находится врач, выполняя свои профессиональные обязанности, мы понимаем, с чем он сталкивается, с пациентом, который до этого уже все попробовал, ничего не получилось, который находится в ситуации утомления, остыни, испытывает безнадежность, страх, страдания, умирание, смерть. Вот то, с чем мы имеем дело, то, с чем мы устанавливаем контакт. При этом в этой ситуации врач работает собою, используя себя, свое тело, свою душу, свою спокойную уверенность, тепло, искренность, эмпатию и все остальное, как инструмент профессиональной работы. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, это предполагает по умолчанию наличие у врача неисчерпаемых запасов внутренней душевной силы, уверенности, тепла, спокойствия, умения сопротивляться, противостоять отчаянию и тревоге, огромным запасом ресурсов. Пожалуйста, следующий слайд. Современный пациент, который приходит на прием, прочитав много книг, он не просто хочет избавиться от беспокоящего его симптома, он ищет некоторую философскую, экзистенциальную, мировоззренческую поддержку, он ищет такую философскую опору во враче, опираясь на которую он может принять
свое страдание, боль, может быть, смерть, как естественный закономерный элемент жизни, который нужно принять, к которому нужно относиться спокойно. Пожалуйста, следующий слайд. И это предполагает у врача не только наличие определенного жизненного опыта, опыта переживания трагических ситуаций, экстремальных ситуаций, но и наличие у врача некоторой широкой картины мира, которая, возможно, имеет религиозно-философское мировоззренческое основание. Ну вот действительно религиозные доктора, они дольше живут, и со здоровьем у них все лучше. Пожалуйста, следующий слайд. Поэтому, обобщая, теоретически мы приходим к выводу, эффективный терапевт для того, чтобы быть эффективным, должен не просто владеть собственными психологическими проблемами и иметь высокий уровень психической саморегуляции, справляясь с тревогой, депрессией, враждебностью и любой трудной ситуацией, но он должен иметь в запасе неисчерпаемый запас психологических ресурсов, всяких разных знаний и социальных навыков. Пожалуйста, следующий слайд. Вот. Ну, еще больше обобщая, значит, мы все время с вами сохраняем состояние по всему вокруг. И при этом вынуждены балансировать на границе нормы патологии, которая, мерцая, время от времени начинает исчезать. Пожалуйста, следующий слайд. И следующий, мы теряем опору под ногами. Какие последствия, на мой взгляд, это имеет? Вот эта самая толерантность, аутентичность, эмпатия, она на самом деле, на мой взгляд, не всегда применима. Вот мне, например, не получается проявлять эмпатию, толерантность, аутентичность, терпимость, когда я сталкиваюсь с переживанием педофила. И вообще есть ситуации, которые, как ключ к замку, подходят к травматическому опыту детства самого психотерапевта. Этот опыт есть у каждого. И, по-видимому, есть какие-то индивидуальные личностные ограничения, связанные вот с индивидуальным жизненным путем, так мне кажется. И вот эта самая толерантность, аутентичность и готовность все принимать, она избавляет нас от наших собственных ценностей, ожиданий, от нашего выбора человека, от его выбора, то есть от самого себя. Пожалуйста, следующий слайд и следующий слайд. Вот, теперь я предлагаю вам, может быть, самую проблематичную часть моего выступления. Так, еще есть время. Я бы хотела изложить вам, если позволите, свои субъективные, пристрастные, эмоциональные, искаженные и, возможно, неправильные представления о том, что на самом деле происходит. Пожалуйста, следующий слайд. Мне кажется, что каждый человек формирует для себя такую ситуацию, в которой он может выжить, такую картину, в которой он может быть эффективен. То же самое психотерапевты формируют для себя свой собственный мир, свое пространство, заполненное мифами, иллюзиями. Эти мифы могут быть непродуктивны, мешать нам достигать цели, сохранять здоровье. Но психотерапевт имеет продуктивные мифы, продуктивные иллюзии, которые, хотя и искажают реальность, но позволяют работать, жить, сохранять свое здоровье, помогать своим клиентам, поскольку для нас с вами приоритет – это не достижение истины, поскольку мы знаем, что или нет, правда, а сохранение здоровья и жизни пациента. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, ну и всякие разные гипотезы, которые предлагаю просто подумать. Пожалуйста, следующий слайд. Мне кажется, что первой иллюзией является стремление сохранять высокую стабильную самооценку, высокий уровень самоуважения, доверия к себе, ориентации на свое мнение, поскольку на самом деле в реальности высокая самооценка часто затрудняет нам адаптацию
Лет 8 назад в Америке появилась книга американского психотерапевта под названием «Теневые стороны высокой самооценки», в которой показано, что те люди, у которых высокая самооценка, испытывают сложности в обучении, им трудно принимать новую информацию, пересматривать свою позицию, вносить в нее коррективы. И кроме того, были получены данные о том, что при наличии высокой самооценки недостаточно высокая у человека чувствительность к опасности. Пожалуйста, следующий слайд. Возможно, что вторая наша иллюзия, продуктивная, это ориентация на интернальный локус контроля. Мы понимаем же с вами, что есть ситуации, которые от нас не зависят, и есть трагическое стечение обстоятельств, или нет случайности в жизни, есть ситуации, с которыми мы ничего не можем поделать, но вот эта ориентация на то, что мы можем в полной мере контролировать происходящие вокруг нас события, вот этот самый интернальный локус контроля, хотя это иллюзия, миф, но тем не менее это иллюзия, которая продуктивна, она позволяет выживать и быть эффективным в работе и сохранить свое здоровье тоже. Пожалуйста, следующий слайд. Третья иллюзия, мне кажется, есть, это иллюзия толерантности. Можно себе задать вопрос, действительно ли я все что угодно могу принимать, быть терпимым, толерантным, эмпатичным, сочувствующим, сострадающим, готов ли я участвовать и в этом тоже. Следующий слайд, пожалуйста. И то же самое в отношении открытости новому опыту и умения вступать в эмоциональный резонанс с чем угодно. И следующий слайд. Тоже связанная с этим иллюзия, все-таки, мне кажется, психотерапия носит отчетливый идеологический характер. Она ориентирована на адаптацию каждого конкретного пациента к тем конкретным нормам, в которых он пребывает в данной культуре, в данной социальной группе, в данный момент времени. Пожалуйста, следующий слайд. Вот это еще одна иллюзия, это психологическое благополучие, которого мы должны достичь и которому должны призывать своего пациента. Вот это самое психологическое благополучие психологи обозначают понятием счастья, которое они изучают. Перед вами первая концепция счастья, сформулированная в Америке. Это самая первая работа, которая говорит нам о том, что счастье включает в себя три компонента. Неадекватно завышенная самооценка, гипоманиакальное состояние, легкая подманьяченность, с вербальной гиперпродукцией, сексуальной расторможенностью и ощущением контроля над текущими событиями. И когда мы все это чувствуем, мы ощущаем себя счастливыми. Это первая концепция как ориентир. И вторая концепция, пожалуйста, следующий слайд. Это концепция Майкла Аргайла, который тоже говорит, что счастье включает три компонента. Первое – отражение своего профессионализма, который в России оборачивается перфекционизмом, поскольку российский врач не может себе позволить быть непрофессиональным, допускать ошибки и стремиться всегда и во всем быть лучше всех. Ну и два компонента эмоциональных – это отсутствие тревоги и депрессии, и третий компонент – наличие эмоций радости. Пожалуйста, следующий слайд. Если присмотреться более подробно, скажем, к такой условной негативной эмоции, как тревога, эмоция, направленная в будущее, связанная с бессознательным прогнозированием возможных неудач, пожалуйста, следующий слайд. Тем не менее, в среднем диапазоне значений тревога, биологически целесообразный аппарат эмоций, предназначен для выживания, выполняет для нас адаптивную чувствительность к опасности. Мы знаем, что спортсмен, не испытывающий тревоги перед стартом, никогда высоких показателей не демонстрирует. Так же, как и любой другой человек, для достижения успеха нужна мобилизация, для этого тревога. Пожалуйста, следующий слайд. Или депрессия, например, которая является следствием серии неудач, выученная беспомощность или отказ от поисковой активности, или логическая ошибка, как говорят когнитивные терапевты. Пожалуйста, следующий слайд. В то же время интерпретируется как способность реально смотреть на вещи,
феномен, который в европейской литературе получил название, есть такой термин, российский депрессивный реализм. Сочетание высокого интеллекта, широкого уровня знаний, образования и высокого уровня депрессии. Пожалуйста, следующий слайд. Ну вот последние достижения японцев, которые тоже конструируют свои иллюзии для психотерапевтов, они вводят вот это самое харди, жизнестойкость или стрессоустойчивость, пожалуйста, следующий слайд, который включает в себя три компонента, наиболее значимые, способствующие выживанию. Это способность принимать вызов судьбы, тот же самый интернальный локус контроля, и то, что они называют вовлеченность, фанатичная преданность делу. Пожалуйста, следующий слайд. Таким образом, теоретически обобщая все сказанное, можно прийти к выводу, что психологическая помощь заключается в том, что мы стараемся повышать самооценку, снижать депрессию, тревогу, формировать интернальный локус контроля, толерантность ко всему, эмоцию радости путем существования здесь, теперь, сейчас и формирование счастья. Пожалуйста, следующий слайд. Вот. И таким образом в качестве результата получаем психологически комфортную ситуацию, над которой у нас есть иллюзия контроля, ситуация здесь и теперь, лишенная страха перед будущим, сожалением о прошлом, с полным абсолютным принятием себя, других и переживанием собственной компетентности. Пожалуйста, следующий слайд. Спасибо большое. И следующий слайд. Спасибо.